Всем привет, дорогие друзья, с вами Дризи, давайте с вами посмотрим игрушку Hard Rizzy 3DX, как-то так называется, может я немножко ошибся. Вот, это шутер, ребят. Вау-вау-вау. Что ты будешь делать? Нифига себе, какие-то роботы, ребят. Сейчас, ух ты, блин, секундочку, ребят. Так, ну ладно, у меня пока что две пушки. Мы с вами немножко походим. Так, значит, на F. F1 это вот у нас такой вот пулемет, а на F2 у нас какая-то плазменная пушка. Ух ты ж, блин. Чуть не попались под зону взрыва. А вот если я такие штуки бью, то, смотрите, сейчас подойдут. Давайте поближе. Вон она, что она с ними делает. О, нифига себе. Причем она очень хорошо оптимизирована. У меня вообще не лагает. 60 кадров показывает и не лагает. Это очень круто. Единственное, неудобно на... Я привык 1, 2, 3, 4, 5 вот выбирать оружие, а тут F1, F2. Ну, я знаю, зачем это сделали. Это, ребят, сделали, потому что, допустим, у меня будет F1, а кнопка 1, 2, 3, 4, допустим, это будет улучшение этой пушки. Вы потом все увидите сами, если досмотрите немножко подальше. Я просто в него немножко поиграл. Вот хотел запилить, а время было, не знаю, очень рано. Часа, наверное, 6 утра. Я так не мог уснуть. Пытался сделать для вас видео, но потом я понял, что, блин, у меня всякую фигню говорил, короче. Я обычно и так всякую фигню говорю часто очень. Вот, но тогда что-то прям очень сильно хотел спать. И мне казалось, не стоит заливать видео, где я реально, блин, сонным голосом что-то пытаюсь сказать. Сейчас мы вас застрелим всех нафиг. Все? Или еще кто-то будет? По-моему, все хорошо, ребят. Так, собираем от них всякие ништяки. Что такое? Какая-то сфера, да, у нас? А, я приседать не могу. Интересно, а кто-то такой? Я какой-то робот, что ли? Ох, да. Что такое? Это жопа? Попа? Чья-то. Давайте. Почему бы нет, если на халяву? Блин. Я что-то не то сделал. Все взорвалось. Я хотел бесплатно продиагностироваться. Ну да ладно. Идем далее. Кто это? Ох ты ж. Ребят, пишите комментарии, что вы думаете на эту, по этой игрушке. Вот, будем мы с вами снимать прохождение или нет. Я вам просто хочу показать. Ух ты ж, блин. Какой-то здоровяк. Да фиг тебе. Все, добил, смотрите. Взорвали. Так, энергощит надо разрушить. Отключите энергощит. Давайте пойдем по этой штуковине. Она куда-то туда ведет. А патроны автоматически возобновляются. Машина взорвется. Отлично. Машина взорвалась, и мы с вами проникли. Так, тайник. А как я вот это взорву? А, все. Я, наверное, должен обойти вот так. Что такое? Что-то все рушится. Я думаю, если у меня будет какая-нибудь базука, я потом смогу и сюда попасть. Смог бы. Так, вот он. Сейчас мы вроде обесточили вот эту штуковину. Сейчас посмотрим. Или наоборот, включили, чтобы она заработала. Ну, в общем, идем. Дверь должна быть, наверное, открыта. А, да, вот она, заработал терминал. Открываем дверь. И идем дальше. Кто там летает? Ух ты ж, блин, смотрите, какие летающие машины. Это мы где-то в будущем. Вот, смотрите, они, ребят, вон летают. А
Обалдеть. И тоже вроде они летают и... Прикольно, да, будет, когда дорог не будет, и все машины будут ехать поверху. И все равно, смотрите, то есть должен быть конкретный маршрут. Я не могу свернуть куда-нибудь вот так. Я должен также в пробке стоять и по линии передвигаться по определенному маршруту. Вот так вот. Ну что ж, давайте дальше идем. Ну, если бы такие реально машины будут, или когда-нибудь через 100-200, кто его знает, ребят, какие будут правила и как вообще будем сдавать с вами. Ай, экзамен по вождению. Так, ладно. Ух ты, я могу рывки делать такие на shift. Пока что ничего такого сложного нету. Кто это? Ах ты, вот он. Маленький засранец. Так, нам надо, знаете, куда? Нам надо сюда. Ах ты ж, ёлки-палки, тут закрыто. А теперь? А теперь открыто. Вот. Вот, я просто немножко подзабыл. Тут я должен себе выбрать оружие. А, так, оружие один. Оружие улучшение, снаряжение улучшение. Дробовик, автомат. Я могу выбрать себе, что я буду улучшать. Мурена какая-то. Гранатомет есть. Давайте возьмем гранатомет. Отлично. Отличный выбор. Деталь установлена. Это у меня есть. Блин, я... А что-нибудь другое еще можно? Все, ребята, у меня, видимо, не хватает средств. Ну, потом мы с вами все будем покупать. Сейчас посмотрим. Так, я что, скриншот сделал? Вот, смотрите. У меня теперь базука стала. Или какой-то гранатомет. Я жму просто на один, смотрите. Это один автомат. Два. Два это, по идее, дробовик. Кнопка 3. Это такая вот бомбочка. А это, видимо, перезарядка. Ну, как-то еще рассчитывать силу удара. Ладно, в общем, все понятно. Теперь сможем с вами проникать во всякие стены, я так и думаю. Давайте, кстати, туда попробуем проникнуть. Помните? Тайничок. Вот, отлично. Теперь, я думаю, мы сможем это сделать. Да, ребят, мы это сделали. Тайник наш. Так, и что толку я взял? Сюда поставим. Ах ты, вот как это все взламывается. Понятно. Так, а у тебя, видимо, пока ничего нет. У меня два, то есть два основных оружия. И их можно будет прокачивать. Вот такая вот тут система. То есть тогда возьмем с вами все-таки вот от тебя. Ух ты же, елки-палки. Так, тут мы перекрываем с вами огонь и проходим дальше. Что там будет? Ух ты, полицейская машина. Ой-ой-ой-ой-ой. Что ж там творится-то, ребят? И что пишите в комментариях, как стоит ли нам, ну, всякие игры снимать на нашем канале из Стима периодически или нет. Ну, вообще канал я создавал именно для конкретно для игр ВКонтакте. Ну, дальше, ребят, сделаем выводы, посмотрим, как нам лучше поступить. Какие игры лучше снимать. Ну, ВКонтакте-то они в любом случае у нас будут. Игры ВКонтакте. Кто вы такие? Нифига себе. Кстати, она... Нет. Я думал, она при столкновении с монстрами взрывается. Так, я понял.
Серьезные ребята. Так, мне надо, видимо, ништяки их не собирать потом. То, что от них остается, это какая-то, видимо, валюта. Возможно. Я еще пока понять не могу. На нем, видимо, можем прокачивать оружие, улучшать. О, нифига ж вас сколько там. Ух ты, бежит, красавчик. Я, ребят, понял, если он об стенку врезается, он с первого раза умирает. То есть я должен рядом со стеной стоять и вовремя отойти. Кто там? Ох ты ж, елки-палки, я думаю, это не к добру. Вон он еще один. Отлично, прикольно. Кто-нибудь еще пойдет на меня? Смотрите, он пытается добраться одной рукой. Ну и что ты сделаешь? Давайте понаблюдаем за ним. Какой ты красавчик. Смотрите, до последнего борется. Я тебе даже ничего не делал, ты сам погиб. Так, а что я больше не могу взять? А, это, видимо, броня и... Броня и здоровье. Сложность у меня легкая, ребят. Не знаю, на сложно, что бы было. Ладно. Посмотрим, что тут у нас полезного есть. Так, это что-то... Поаккуратнее с этим надо. Спички детям, не игрушки. Что ты делаешь? Ну-ка, красиво сделано. Очень, ребят, хорошо оптимизировано. То есть снимать можно и на 60 кадров. Круто будет смотреться. Вот почему-то Doom у меня как-то хреново работал. Что-то мне там посоветовали. Использую Shift. Так. А, все, я понял, надо быстро побежать. Вон оно как. Кто тут такие бегают? Какие-то зубастики еще. Спрыгнуть я не могу. Какие откровенные фотки. Вы выиграли главный приз. Ух ты, круто. Что мне надо набрать? Набрать что-нибудь? Ой. Да я хотел, я случайно. Случайно все испортил. Ты взорвешься? Да. Ладно, глупый вопрос. Куда я палку вот тупик, ребят? А, нет, не тупик. Идем дальше. Все рушится. Блин, что случилось с миром, ребят? Это мир будущего. Ладно. Надо немножко еще вперед пройти, посмотреть, что там дальше. Да что ты будешь делать? Куда идти-то? А, все, здание выполнено, вы добились. Добрались до точки. Ладно. Возможно, это паразиты еще в 6-м секторе. Прикажите исследовать источник сигнала. 16-й, вам придется разместить несколько жучков. Нам нужны достоверные данные. Конечно, хакер, мое второе имя. Демонтировать вы... Блин, немножко неудобно написано. Во время которой сменю... Так, смею напоминать машины. Блин, быстро считать это не моя фишка. Мне удобнее будешь про себя. Ну
Ну, оставлю вам почитать. Хватит, Флетчер. Ух ты, смотрите, какой красавчик полетел. Красиво. Так, жучок мне надо какой-то разместить. И дождик и все такое капает. Вот, ну, радует то, что игрушка оптимизирована и на моем компьютере хорошо играет. Вот если бы Doom, так, с вами третий или какой-то шел 2016 года, было вообще шикарно, я бы был рад. Я обязательно прохождение бы снимал, но так как... О, отлично. Что я еще могу прокачать? Дробовик, автомат, циклоп. Давайте циклоп прокачаем. Сейчас посмотрим. Так, мне надо, видимо, вот эту пушку выбрать. И где мой циклоп? Я думал найти я циклоп. Ну-ка, может быть, ты все-таки. Это автомат. Это наша бомбочка. Циклопа я не вижу. Блин, опять же скриншот сделал. Так, автомат, циклоп, оптический прицел. Дополнительный режим прицел с наведением. А, скорострельный автомат с наведением. Ну-ка, давайте попробуем. Нам надо кого-нибудь найти для начала. Нет, туда мы не сможем пройти. Да вы издеваетесь, где тут проход-то? Вот он. Неужели? Так, ну где этот дополнительный режим, который я так сильно ждал? Я даже прицел взял, убрал. А, вот он. Чё-то никакую наводку я так и не заметил. Нас обманули, что ли? Ладно, ребята, ух ты ж, блин. Ну, с этими гадами мы с вами легко справляемся. Вот, в общем, такой обзор летсплей, ребят, был на эту игрушку. Сами оценивайте, ставьте палец вверх или вниз. Мне будет интересно ваши отзывы почитать. Вот. Ну а с вами был Риди. Всем до скорого, ребят. Пока-пока.